никогда глава Русской Православной Церкви и глава Католической Церкви не встречались и не проводили никаких переговоров, не подписывали никаких совместных деклараций или документов. Это действительно факт. В связи с этим, конечно, не приходится сразу ожидать, что будут подписаны какие-то конкретные и, как бы сказать, продуктивные документы, которые могут привести к каким-то конкретным программам совместной деятельности. Разумеется, декларация, которая может быть совместно подписана папой и нашим патриархом, конечно, это будет прежде всего договоренность о намерениях. Вот о намерениях, да,